Быть или не быть наливайкам в многоквартирных домах. Жалобы россиян на круглосуточные питейные заведения, расположенные на первых этажах домов, стали поводом борьбы с ними. Партия «Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий или серьезно ограничивающий продажу алкоголя в МКД. Но прежде проводит анкетирование среди жителей. Василий Урбанович, как и многие, кто не употребляет алкоголь, против питейных заведений в МКД. Мужчине не нравятся беспорядки, которые устраивают завсегдатаи наливаек. Я считаю, что алкоголь он должен продаваться строго в кафе, в ресторанах, либо это целенаправленный алкогольный магазин. А вот в подъездах домов, где кучкуются, скажем так, не самые благополучные социальные элементы, это раздражает. Как показал опрос, который провели волонтеры в Люберцах, такого же мнения придерживается большинство горожан. Чтобы решить проблему наливаек, единороссы разработали законопроект, который не позволит открывать во многоэтажках питейные заведения. В чем смысл законопроекта? Не просто закрыть, убить бизнес, да, а навести порядок, то есть сделать какие-то стандарты определенные. Например, объем площади, сколько жителей живут, есть ли рядом какие-то учебные заведения, есть ли рядом детские площадки, спортивные площадки, вот, какие-то парковые зоны. Вот это все будет обсуждаться. Помимо Люберец, опрос граждан проводят еще в 58 муниципалитетах. По результатам анкетирования будут внесены поправки в законопроект, который рассмотрят в период осенней сессии. Анна Троян, Мария Кузьмичева и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.